Не помню, наверное, нет. Вряд ли. Были потные экраны. И вот с такой механикой тоже, да, вроде бы. В смысле, ты типа хочешь сказать, что тут можно просто сойти? Мысли по-нормальному. Но я думаю, тут единственный способ пройти. А, я мог на нем стоять просто? Ох ты ж, ё-моё. Не, ну в смысле... Как бы кому всем? Русскоязычным тоже. Просто если это видео будет заблокировано только в США, то мне как бы фиолетово. Или там в Германии какой-нибудь. Айвона Биза JB. Усложненный экран, судя по вот этому. Пошли ловушки, поехали. Но я же, блин, прыгнул. Да лол. Что-то тут тоже не так. Какой-то шип или вылетит, да, или что-нибудь. Или нет? А, наверное, там надо было пройти внизу. Ну и очень редко бывает, блокирует полностью. Умер. Да ну как я умер-то? Ну... Ничего подобного. Да блин. Двухэкранный, ну да. А, ну естественно. Разумеется. Еще непонятно, как от этого вернуться. Ну то есть, надо... Просто успеть прыгнуть, или надо, типа, заранее прыгнуть и потом отпрыгнуть? Да... Да ну... Я помню, как я на Good Level Design в Буше на рейпе 3 раза умер на последнем шипе. Это я вот точно помню. Это отпечаток на всю жизнь. Ура.
ну, кто прям конкретно поинтересовался, да. А кто просто скачал и все, как бы, ну, не факт вообще. Стоп, так там вроде была не... мне показалось вначале, что там была непроходимая диагональка. Хочешь сказать, пресс стрелять, чтобы начать, это не прикол, а типа кривой перевод? Да ладно. Из игры Ivona Be the Phantom. Да, вирус, скорее всего, это то, что она типа сама себя удаляет, наверное. Поведение типа похоже на вирус. Ой. Ой-ой-ой, он инвертировал управление. Теперь опять нормально. Ну вот это трольство. Блин, я не вижу ШП. Опять инвертировано. Что мне надо это сделать? Да. А, я даже ничего не понял. Это автоматически, да? Это вроде... Блин. Ну ладно, рискну предположить, что это автоматический. А, стоп. Там еще блоки. Не автоматический. Ну, попробую автоматически, но не задевать блоки тогда. Или размикрить. Ну что, микрить или попробовать автоматически, не задевая выступы? Мне нужно, если не задевая, то после второго с конца черного мне нужно уже влево жать. Размикрить, ну ок, попробую размикрить. Слишком рано нажал, ну тут нормально в целом. Ну, ок, в следующей попытке тоже буду микрить. Так, это что такое? Ух ты же, блин. Блин. Thank you.
Фух. Из какой? I wanna be the device. Я хочу быть устройством. Всегда хотел быть устройством. Так. Вон прогресс идет и идет. Постоянно. Да ничего страшного. Ну, сейчас падать шипы, да, будут? Нет, сейчас будет падать кит. Если хочешь пройти свой первый Away Dance, можешь с этой начать. А то иначе так можно сказать, что типа я же в Катрине начинал играть, значит она сложная для меня, да? А, ну в смысле, ну она вообще-то и на самом деле. Самую первую, I wanna be the little runner. Или один там босс, я уже не помню. О, усиленный экран из I wanna heaven trap. Эту надпись можно в настройках выключить вроде бы, но я решил, зачем. Пусть будет. Из них пройти. Ну, в смысле, как многие, всю игру. Ну и типа даже не так уж и сложно. Так, а мне надо... надо вниз. Зачем я так рано прыжок нажал? Инфлюка отдыхает. В большинстве Айван управление не настраивается, хотя вот в Камилии настраивается, но я все равно через автохоткей делаю. Прошел чука-чука, поздравляю с прохождением Айваны. Ну, такое, да. А, блин.
Неужели? Shiny Spark? Почему пустой экран? Лабиринт, что ли? Типа, может, тут это? Я не понял, эти шипы меня не убивали, что ли? Да не могу в эту диагональку я попасть. Стоп, там вообще нельзя стоять, я не понял. А, да. Да чё он так быстро падает-то? Ну, чё-то не по таймингу. Ладно, не допрыгивает. А, это с распрыжкой только, да, можно? Ну, я понял. Так, в какой момент здесь лучше прыгнуть? По-моему, в принципе, вот этот. А вот это опасный какой-то, я не знаю. По-моему, он там не перепрыгнет так просто. А, ну вот. Сейчас что-нибудь... Ну да. Конечно же. О. Надо обязательно вниз, что ли, спускаться? Нельзя обратно допрыгнуть? А, можно. Ударился. Да тут такое достаточно. Но тем не менее пройден. I wanna be the explorer. А, я знаю, тут последний босс был в Get Rectus этой игры. Кстати, а что за музыка-то в итоге на четвертый уровень? Там вперед что ли отрывает? Значит, надо туда, я понял. Ну, почти. Да лол.
Да что ж такое, ну? Сейф. Фух. Так, эти блоки мерцающие, что-то мне не нравится. А, типа воды, ну я понял. Ну, неприятность. Ну, на самом деле, по-моему, этот сейф намного проще, чем предыдущий. Я не обратил внимания, что надо сделать. Я не отпускал кнопку вправо. Вон там блок. Значит, надо обратно выпрыгивать диагональку. И вот мы добрались до яблочек. Так, и что, меня их убить нельзя? Ух ты, нарандомил походу, да, жестко очень. А его на без компетитор. Ну что, я не знаю. Закончить на этом, что ли? Да ну... А, ну я не продумал. Ну ладно, я два корня разделал. Надо было тащить. Ну, какие-нибудь экинлажи, это я не в том смысле, наверное, о котором ты подумал. Фух. Охренеть. Сколько у меня времени ушло на этот сейф? Просто жесть. Я не пойму, тут сойти можно, что ли? Еще и шипы поднимаются, что? А, типа надо их наз... Ну чё, зачем так... да ладно. Привет, Тор.
Да, я уже заканчиваю. Я так и не понимаю, как вот это пройти. Ну и как это пройти? Ну а как? Ее Defender стримит? Он же ее проходил уже. Че, он упоролся? О, здесь босс Гизер. Ой, здесь босс Гизер! Это же из Kill the Guy, да? Это же из Kill the Guy, здесь босс Гизер. О, жесть. Печалька. Ну да, последний экран. Я понимаю. Я не проходил Kill the Guy. А для чего эта платформочка, я не пойму. Тоже трогать нельзя, я понял. Ну, Снап, ты же понимаешь, мы же это обсуждали уже, что для меня этот босс будет обязателен, потому что ты представляешь, что в чате начнется, если я скажу, что нет, я буду проходить, короче, этот Kill the Guy, но я не пойду данс босса этого Джейс Рэй. Ну сейчас, ну как бы это так, знаешь, это на вопрос так насколько не ответишь. А что мне делать? Ну, надо было на платформочку как-то, да? Ну, я сейчас труп, да, уже, по-моему. И чё? Привет, Гизер. Ну так, чуть-чуть побалуемся и всё, и выключаю. Ой. А в первой Камиле они не убивали сбоку, они убивались.
Ну, то есть сами умирали. Я же убивал гизера в первой Камиле. А, ни хрена себе, такой не было атаки. То есть уже как бы пошел хардкорчик в той или иной степени. Так, я помню, сейчас волна будет. Так. До сюда я не доходил уже именно в Камилке. Но напомню, что я этого босса уже убивал в I Wanna Kill the Camille 1, но он там был намного проще. Ну вот эта атака была. Стоп, а я же убил всех грибочков, почему они не исчезли, молотки? Так, молотки дурацкие. Так, и чё? А-а-а. Ты кто? На них надо прыгать сверху или что? А, надо... Я понял, надо кристаллики эти ловить, а избегать вот этих вот монстров из... из Зельды. Ну, Айвана такая. Айвана Хевен Трэп. Так, вот эти опять сейчас начнутся. О! И чё? А-а-а. Лоль. Ах ты ж, последний рупии. Спасибо. Ну блин, ну... Так. Музычка какая пошла хорошая. Все, наверное, уже сидят там, готовятся к Новому году, или сейчас в магазинах там за покупками, да, какими-то закупаются там всеми продуктами, салаты делают, что-то еще там, не знаю, может кто-то елку еще там не нарядил, сейчас наряжают. Всякие такие дела предновогодние. А у него вообще тестеры были? У гизера? Просто если без тестеров, то оно и понятно, что как бы... Без тестеров можно сколько угодно багов пропустить. Я вам говорю, можно самые банальные баги пропустить без тестеров. Вообще поизичи.
Да ладно, ну о. Ну есть. Первый раз ты прошел. В чем суть? По-моему, мне повезло, да? Опа. Оу, оу, оу. О, что? Что? Нормально. Опа. Так. Вверх-вниз, лево-вправо. А когда вниз-то идти? А когда вниз идти? Ну я не понимаю, это безумная бэйденс. Ну... Есть. Так, 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 так. Тактики от Эльзорга и от всех остальных. Поехали, поехали. Чё? Ну я сорвался! Очередная попытка, давайте. Ну, это ни хрена не проходит. Эльзорга набрал. Просто грязная ложь. Грязная ложь. Там медленнее невозможно. Я же смотрел, в меня уже летели яблочко. Прям в меня там, либо снизу, либо сверху. Ох, так, все. Гоги, смотрим. Привет, Гантригер. Выспался? А, не так. Как? Да после... А, до блока, да, надо было дойти. А, ну что такое? Есть. Только поймать. Мал. Безумие начинается. Да ну... Как? Ну просто как? Да это чушь какая-то. А вы дэнс невозможный. Внимание на экраны, как говорится. Ну нахрен, ну нахрен, ну... Да ну... Просто вот... При чем тут гифка вообще? Вот при чем тут гифка? Я просто умираю, потому что я ударился в потолок. Просто вот руки, крюки, вот и все. Ну поймай их все. Ну поймай. Ну поймай, поймал. Итак, реализация гифки. Ну, реализовал. Да ну... Почти. Нормально. Ну, это прогресс. И как там было выжить? Блин.
Не, я не думаю. Потому что когда я писал свою игру, ну, не на гейммейкере, а типа свой движок, ну, давно так, типа, просто для кругозора, да? И я вначале писал, ну, проверку столкновений, ну, всех объектов со всеми. Поверь, у меня там было очень мало объектов и очень простой мир. И у меня уже был прот загружен на 100%. Так что, как бы, я думаю, все-таки... Ну, причем, естественно, там никакого стрима не было, ничего, да? Просто сама игра. Есть! Блин! 26. Привет, П2. Вот рекорд, вот рекорд. Уп! Очень удобно. Второй раз. Ну блин, мне не хватило просто капельки, чтобы при первом же стриме по гизеру... О, я забыл про это затраливание. Дойти, ну, пройти этот TV Dance. Шло. Что-то как-то глупо. Блин, ну... Ой-ой. Ну... Можно было среагировать, можно было. Блин, ну, тупая смерть. Ну, два уровня, да, прошу. Самых первых. И больше как-то нет желания. Нормальность по поводу Нового года. Я вот вчера прохалявил там
стримил какую-то фигню, и как бы зато нормально Новый год, в принципе, прошел, потом там смотрел кино. В уютной атмосфере домашней. Забыл про эту хрень. Уф! Еще раз точно будет лава. Да. Нет, 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 нет. Умри, гейзер, нахрен. Ну чё, только не затраливание, только не затраливание. Ну его нафиг. Сейвик. Сейв. О, жесть. Фу, сколько я его убивал? Я бы 10 часов убивал. Десять часов. Офигеть. О, сейчас дайте хоть на досок выпить немного. То что-то руки трясутся.